Рекомендую канал GamePro Team. На нем вы сможете найти ролики по Advance RP, Samp RP, GTA 5 и прочие другие интересные видео. Заходи и подписывайся. Интересный канал с разнообразным контентом. Всем привет, с вами Такс и Филиппин. Доброго времени суток, господа и дамы. Всем привет, с вами Такс. Все, короче, ребят, всем смотрите. Так, с вами привет. В общем, такая история. Мы сегодня устраиваем кампанию по отмывке, очистке бомжей. Наша очистительная компания предлагает услуги поливания, душа и прочих других гигиенических услуг. Да. Забожил речонку-то. Вот. Короче, мы уже взяли двух бомжей, ребятки, они сейчас... Трех. Бесплатно сейчас. Двух ричи, не голиани, простых ричи бомжей. Вот, и мы их везем сейчас в лес. Это два брата-акробата, ребят. Мне пишет, Кирилл, ты куда едешь? Они едут на автошколу, ребят, они хотят туда примчаться, сдать на права, ну что ж. Да, увозим в лес, в лес. Я являюсь обычным бомбилой, просто строителем, который желает просто бомжей так довести на эти ПРП. Слышь, давай это не будем делать. Я пишу, мне надо подозрение как раз таки снять. Увозим в лес. Так понимаешь, вот у меня бомж. Нет, надо на край, на как. Нет, два бомжа, которые сейчас чуют что-то не так. Мы едем вообще не в СЛ, во-первых, смотри. Мы едем в ЛВ, мать вашу. Скажи им через ЛВ. Надо найти обрыв, хороший обрыв. Ну. И что ты хочешь сделать? Где обрыв? Ну, в общем, смотри, история такова. Мы сажаем их к обрыву, говорим, вот, чуваки, есть к вам дело, предложение, денежное предложение. А я говорю, а помыться не хотите ли? А ваши ли родители, ты помыть бомжей хотите ли? Та-та-та-та-та, в громких историях Advance RP наша бомжей поможет. Такс, та-та-такс, та-та-такс. В общем, везем, да-да-да, новое шоу Таксараж. Господи. Надо найти реально место. И главное, бомжи даже ничего не подозревают, ну вообще норм. Он офается, мне кажется. У меня нормально, два бомжа сидят. Они очень добродетельные. У меня нет, у меня спал. Дружелюбные такие. Так, я забыл все обрывы, бляха-муха. В СФ только есть вариант. Ну что, как у нас тут в дело, ребятки, а он тут забывает, смотрите. Ого. Ну вот в это время надо было этому бомжу проехать и выехать, пожалуй. Замечательная история. Так, мне надо... А, я вспомнил, такой мост есть. Да, ты ехал такие, а? В к лесопилке наверх заезжать, знаешь дорогу эту? ВСР. Да, чаще. Ша, мы приедем с этими парнями. Да, и теперь надо найти просто... Вот обрывчик, мне кажется, вот здесь хороший. Так. Вот здесь обрывчик. Вот, хороший обрыв, все. Все. Так, ладно, я... Okay. Есть предложение. Просто, это вин, ребята. Я чуть сейчас просто бомжей бы не потерял свою тачку. Ну, ё-моё. Они даже ничего не говорят заработать? По поводу того, куда мы едем, зачем так, мы едем. Ну ладно, подожди. В общем, бомж теперь у меня вербуется. Ну ты где? Ты знаешь, как на лесопилку вверх заезжать? Вот я заезжаю, подъезжаю. Там еще бомж Ваня, бомж Нига. Смотри. Ну, я тебя не вижу. А вот, во, братан. Сейчас смотри, все, подъедет, сейчас бомжи у меня тут будут. Чувак. И все разъясни. Да не делай такого. Вот он. Ты что делаешь? Нет, на краях не ставь. Так, парни. Сейчас, давай. Мне 10 литров бензина мафия, пока осталось. Теперь мафия. Выходи их и говори, подойдите ко мне. Выходи и к краю самому их, чтобы... Выходи. ПРП, такие, оп. Выходи. О, давай. Сейчас. Так, выходите оба, короче. Максим не с места. Разъяснит. Срость. Давай краю, ближе к краю. Сейчас я разгонюсь тут, чтобы заехаться. Ближе к краю подходи. Давай, я им написал. Вот, чтобы у меня гидрант хватил. Знаешь, как это учитель такой струси? Вот, короче, да. Сюда. А ну-ка, подходим. Так, в общем, у нас очистительная компания. Мы моем окна. Да и не только окна, но и бомжей, всех видов и народов. Ты нас скинешь. Нет. Нет. Не герой. Ты что делаешь, Нёк? И меня, и бомжей скинул, вообще красава. Он убегает, сука, читер, сбив анимки. Бан.
В Варн. Отлично вообще. Три бомжа отмыто. Три бомжа, но я тоже бомж, ребят, почти, ага. И как мне сейчас по-твоему? Ты понимаешь, ты еще такое место выбрал очень крутое. Тут нигде нету нормального захода. Есть. На сзади там, где домик есть, я могу тебя приехать и забрать сейчас. Назад уплывай. Сюда, да? Там домик, вот знаешь, стоит на правом бережку, на соседнем. Ща, давай туда. И там причалик есть. Я туда приеду сейчас через мост. Так, а это наша будет официальная база нашей автомойки, бомжемойки. Автомойка, бомжемойка, ну. Да-да-да, я только на пляж зачем-то спустился. У нас есть собственный пляж с блэкджеком и бомжами. У нас есть хороший... Что вам еще нужно, ребята? Да, загородный. Приезжайте к нам. Вообще. А, любых берем, даже самых, да. Что есть, иммигрантов, нигеров, бомжей, азиатов. Все вы можете помочь нам и облагородить этот примечательный штат. Тестировать наши новые системы омывания, к примеру. Ну вот, это наша штаб-квартира. Наша компания называется она «Бомжемой автострой». Там, не знаю, как-нибудь типа того. Зовут «Помойкин такс». Да-да-да. Вот, и типа того, да. Ну смотри, вот есть такая идея, привозим сюда бомжей, говорим, типа, вставайте вот в эту штучку, да? Они встают. Тут ты знаешь, такой на спидране проезжаешь, так, пау-пау. Такой, невзначай, такой приезжаешь, такой тара-та-та, позбивал. Давай обратно к той тачке подъедем, я возьму. А, да-да-да, мы к ней едем. Давай. Так, вон те бомжи еще плавают, они пытаются залезть. Бедные бомжи. Вот, мы взяли наш автомобиль. Мы взяли, да только я вышел, стой. Сейчас. Ты слишком рано лог прописываешь, это аренда. Да ё-моё, пока нига! Сейчас. Да, сейчас будет, сейчас будет. А, нам на ВЛС надо. Ну давай мы приедем. Ноль фьюль. Слышь, помоги, короче, мне надо машину утилизировать каким-то чудесным образом. А, и что будет? Тебе проще нам съездить за канистрой. Давай, подобрать бомжика. Бомжане. Ну хотя, давай просто снимешь еще одну тачку. Да в натуре, чё мы паримся? Мы ж мажоры, мать, ваш. Да не сказал бы, но... Всё же наш бизнес приносит больше денег. О, это эпично было. Это... слушай, есть еще да, новая технология придумана мной сейчас, инновационно, надо запатентовать ее, сходить в бюро патентования бомжемойных систем. Вот, например, одна из них. Немножко не вышла, ну ладно. То есть, смотрите, мы сначала намываем бомжей, и чтобы в них не оставалась какая-либо влага, и чтобы вообще никакой плесени не появлялось, мы их, так сказать... Щенок, ой, нифига не валяшка. Мы, значит, этих бомжей, короче, берем и прессуем машинкой сверху. Пресс-бомж-ту. Кнопка такая, пресс-бомж-ту. Аквабомж. Что дается за прессование бомжа? Пресс-бомж-ту, get warn там. Приснул бомжа, получил варн. Я представляю просто эту лепеху, которая... Кнопка на PlayStation, знаешь, там пресс X to win, там пресс бомж, ту варн. Да, незамысловатая фраза такая, ребят. Да-да-да. Ой, щит, дрифт. Да-да-да-да-да. Ну ладно, у меня еще 47 бензина. Ой. Ну все понятно. Токио дрифт. Тун-тун-тун-тун-тун. Там-т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 ам
Ачивка, ачивка, знаешь, ачивки бы раздавались, если бы сами... Achievement unlocked. Я бы все ачивки давно пооткрывал. 20 раз ошиблись. ДВ. Во-во-во, два бомжа. Оу. Они куда не мигрируются? Надо тачку, не отвлекаемся на такие маленькие... Да-да-да. Это маленькие. У нас уже большие объемы производства, ребятки. Да-да-да. Мы как минимум в день оформляем по 50 бомжей. Ну, это, конечно, очень преувеличено, но все же. У нас работа суматешная. Мы работаем как... Добра. Знаю, как негры в поту. Понимаете, там, сколько бомжей там, в штате? Всех надо обмыть, я уже думал, всех помыть. Ну и, конечно, разумеется, тачи нет. А вот та есть? Стой, вот там дальняя. Смотри. Чё, она двухдверная. Ну, ё-моё, ещё дерьмо какое-то. ВСФ? Ну, не. Праздник нам приходит. Веселье и вкус, а вкус бодрящий. Нигеры. Обмывки бомжей, вкус настоящий. И деревья все снес. Та-ра-та-та-та-та. Та-ра-та-та. Не уехал. Стои жгучий сучи сзади. Байкер? Я не видел никакого байкера. А вон какие-то еще. ДТП. Зачем? Вот еще ДТП. Не, ну ТРП, ребята, хорошо.
Мир, да. Добро, няшность. Ой, оп, о, он был на волоске от смерти. Или от офа. Вон, хватит, ну, надо пешить. Едь по встречке, едь по встречке. У нас большая жизнь. Нет, смотри, сейчас вот кто-то едет, да? А мы так берем и сверху просто, знаешь. Так, давай, давай. Почему они на волоске от смерти проезжают? Не знаю. Везет им, понимаешь? Везет. Праздник нам везет, приходит. И вкус... Вот сейчас на мосту, если в речку, кто-то влетит. Ну, давай, давай. Ну-ка, почему? Ну, что-то не очень. Бомжа! Там бомжа снизу. О! О, уезжай! Вот этого бомжа. А как он выжил? Во-во, сзади буллет! Меня самому больше. Все, тихо, 300 дейл, где починка ближайшая? Нифига! Ты бы видел, как это было круто. О, чини за 50. Я никогда не чинил всего автомехаников на сериях, мне кажется. Чини. 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 За 50. А я тебе помою. А я тебя помою. Взаимная это. Любовь. Добро. Единороги. Котики. Гранд Леоны. И мы починились за настоящий полтинник. Никогда не чинился. Полтос, ребят, полтос. Это просто как совке цены. Да-да-да, это как на Сан-Парпе. Чини за 50 это. Оу. О. А, нет, ничего не произошло. Давай, так, мы едем. Сколько автобусников? Давай, давай, на абордаж. О, нифига, это знаешь, какой-то прям, не знаю, спидранер. На линию перекинул. Прямо реки ворочаем, знаешь. Сюда зря поехал, конечно. Так я знаю, у меня не маневренный автомобиль слишком. Alright, man. Alright. Я хотел проскочить между этими. Давай встроимся в колонну сейчас, подожди, подожди. Да, чисто гангстеры такие. Подожди, он знает наши системы. Системы. Виктория, это Вика, пикап мастер. Три автобуса, просто жир. Мой, ты знаешь, как этот... Намывай. Да. О, еще пиздец, не работает. Просто уехал такой. Лучшая работа, просто. Давай дуй на респу РМ уже, там возьму лимузин. О, оба они зашли в дрифт. Ехали себе мирным путем. Стой, полтос. Скачайте эти звуки, поставьте себе за место любого автомобиля, за место буллета, сменили погоду, и играйте на здоровье. На рингтон, ребятки, ставим. На рингтон ставьте, когда вам позвонят в школе на уроке, пусть все знают. Что? Что он не знает? Я не знаю. Я поставлю сам себе это на звонок. Блять. Вот за что люблю этот автомобиль. Ему на все насрать. Хоть перевертывайся. 0-24. Так, ты на бомже респе? Еду, подъезжаю. А ты пока бомжей намывай. Точнее, предлагай. Везу бомжей. Бомжей на ферму. На ферму? Ой, на шахту. Тоже чисто бомж ассоциируется с фермой. Да. Ой, щит. God damn. Давай на лимузине подкатывай, вон там всякие. Рондондон, ребятки. Давай телок. Давайте. Кого? Так, кого до шахты? Кого до шахты? Сейчас наберем бомжей, ребят. О, первый селся, первый сел. Давай. Второй садится. В то же место везем. Фу, давай. Давай, уезжай, пока об шлагбаум. Третий бич, садись, ну решайся, нет. Решительность не прокачал, видимо. Сейчас друг. Сейчас, о, еще и друг зайдет, ну вообще просто. Сначала мы каких-то братьев Ричи там намочили. Да. Сейчас еще и братьев, ой, друзей, короче, замочим. Да тихо, блядь. Я буду твоя личная охрана. Нет, спасибо, мне не надо личная охрана, не русский. Ой, блядь. Так, вот, так, Даня, садись. Никита Зу. Это я. Чё-то этот бомж, ребята,
Что-то уходит и шатается рядом с нами, явно что-то за... А, тут ничего не теряю. Шахта год, пиши и так. Бомж, бомж, бомж. Артемка. Все, 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 нам этих хватит, мне кажется. Поехали. Кого? Стой, еще вот один бомж. Артем, Артем. Ты бомжа себе тоже подбери. Мы да я подобрал, едем? Он вылез, сучка. У нас будет издержки, понимаешь, на топливо, на все дерьмо. У нас подрассчитано все на то, что мы берем, в общем счете, ребята, 4 бомжа за одну ну, уже, партию. Да, парни, ну давайте. Давайте, бичи, гачи. Хачи, давайте, все садитесь к нам. Что, они прикалываются? Где они все? Нет! Стой! Стой! Мы в такси нет! Шахта, сука! О! У нас конкуренция, у нас конкуренция. Утеряли мы клиентов. У нас опять бомж опять один убежал. Я хороший, я конкуренция, остаюсь. Конкуренция просто такая большая, я даже не могу сказать ничего по этому поводу. Поэтому мы как наглые мажоры, хачи и прочие индюки просто подъезжаем. Пиши сразу, говорить. Кто хочет заработать 10 тысяч. Кто хочет заработать 10 тысяч? Ну уже кто? Давай, 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 давай. Ща, бомжей, бомжей наберем, бомжей, ну бомжи, давай. Во, один заинтересовался, один заинтересовался. Ну это не бомжи, блин, это уже со скинами. 10. О, бомж, 10. Смотри, свежеиспеченный, Илюха, Илюха. Такие чисто, как на рынке. Ой, бля, уезжаем, уезжаем, все. О, Кирилл тот этот, сука, смотри. Я его это вез. Смотри, смотри, смотри. Мэрия, чистый, свежеиспеченный бомж. Самый, что есть, первый бомж. Да-да-да. И мы его сразу достал смартфон, ребят. Или сигарету. Нифига, РПшные еще упались. Курит, смотри, нифига, лайка босс там сел. Мэрию, плиз, Мэрию, плиз. Давай через Мэрию проедем, так чисто невзначай. Да он выпрыгнет, ты что, придурок? Надо быстрее, быстрее ехать тогда на скорость. Давай, давай. Мы и уже... смотри, если... Дай, подожди, поближе к тебе подъеду. Если что, бомж убегает, ты его сразу обмываешь. А, да-да, чтоб типа нет, сел. Да, типа обратно. Принудительным кнутом все это делается. Не, вообще там шпага есть специально для этого дела. Сука, нет, 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 они. Вертолет надо было обмыть. Ооо, а. Сука, ездят по встречке, сука. Ну на РПшные. Один бомж офнулся. Ну ладно. Хотя бы два, чтобы было. Давай, везем, везем, все. Все, все, везем. Издержки уже кончаются. Мэрия, мэрия, бомж очень негодует. Скажи, так я тебя везу в мэрию СФ. Ща, ща, ща. Скажи, 10 тысяч плачу, бля. Куда ехать-то, в какую сторону? Ты дебил, в ЛВ надо ехать, как бы. А тут бомжи меня сбивают, все хачи убивают. О, там чуваки напали на нас. Один бомж выпрыгнул. Это мафиози, нас наняли бомжей. Да щет. Наш бизнес хотят прикрыть, Леха. Как? Бомжи, бомжи. Где? Они на две-то... Короче, на этом, на джипе, короче, чуваки там с автоматами и прочее. Во, вижу, 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 вижу. Быстрее. Вон, бомж хотел нас убить. Нас издержки, убили, нас издержки, убили. Ребят. Садись, садись. Быстрее. Блядь, подожди, ну хотят мыть. Уезжаем, уезжаем, быстрее. Туши, туши авто. А, туши, 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 тушу, тушу. Ай. Тушу. Это не бомж, вот что ты издеваешься надо мной. Это бомж наш был, который ехал с нами. Это охранник был, между прочим. Всё, помыл, он там короче, черное пятно давай, оставил. Видел, видел, какой он грязный, что от него черное пятно осталось, грязное. Давай, смотри. Ёжик! Хач-трюкач просто, не иначе. Только проблема сейчас немножко заключается в другом. Безысходность, ребят, безысходность. И дело в том, что зря ты вышел. ДЛ совершенно не тратится. Нет, оп. Не бей. Ага, слышь, это, короче, вертикальная установка омывальника бомжей. Тихо-тихо, да-да-да. Тихо-тихо, куда бежишь, сука? Че, можешь? А тут, а тут можешь меня? Это, как она, как... О, задел. Как она называется-то? Мой додыр, блядь. Тоже похож нахрен. В помойку тебя, в помойку на родное место. Ты пришпил... А, ты че, буйки? Все, я спасся. У меня портфель школьничка ну, есть. Дело в том, что теперь... Теперь мы решили с нашего единственного... О! Блин! Нет, нет, нет! Блядь!
Идиот просто. Ой, блядь. Что ты сделал? Нашему бизнесу пришел конец. Как мне теперь жить? Я остался один. В ночи. В ночи. В летней ночи. Меня даже никто не подобрал. У меня есть теперь огонь, чтобы согреться. Я остался один, у меня нет напарника. Нашему бизнесу пришел конец. Именно, ребята. Наши два автомобиля остались сломанными. Их просто теперь нет. Один мы утопили, один сгорел. Две разных стихии сломали наши достояния. Теперь мы нищие. И мы равносильные бомжи, которым теперь тоже надо как-то вымыться. Поэтому я бегу пешком, потому что пешком тут добежать совершенно рядом до ЛСного парка этих самых пожарных автомобилей. Тут есть ВЛС в 200-300 метрах от меня. Вот такие вот дела. Окей, босс, Нига. Ты вылечился? Я вылечусь. Вылечусь. Да, вылетай, вылетай. Пока этот чувак станет, даст мне наконец-то нормальное предложение. Типа, вот тебе аспиринка. Наркотики, серьезный. Зачем? О, бомжик. Везу. Куда угодно. Так, кого куда везти? Я помогу. Садись. Кого куда везти? Помогу. Сейчас мы просто мастер маркетинга, устроим, ребята. Тебя. Прыгай. Ну, давай, бомжик, ты малютка моя. Давай, садись, кроха. Сейчас бомжа устроим пожарным. Так тушить будет. Пукан его, когда его смотрит. Давай. Я хочу стать пожарным. Знаешь, как ребеночек. Бомжа задавили на туризм, как красава. Ну и что? Вон, бомж активный. Садись ко мне. Уважаемый, давай, садись, бомж. Все, ну давай, ну блин. Ща, я жду, садитесь, пожалуйста, малютки, крохи. Это не бомж, вон Мартин, садись, Мартин. Мартин. В штаб. Поехали. Наш. Гос с нами. Ща бомжа подвезем, ребят. Гос с нами. Отличное предложение просто для бомжа. Он даже не понимает, зачем, куда и... Да. Ну, главное, что он покатается на офигенной банше. Да, работать 10 тысяч плачу, пиши сразу. 20 пиши, 20. 20к зарплата. Ой, бля. Все, давай, бомж, ты малютка моя. Садись сюда. О, блядь, во мне. Он сядет. Ну, да чё? У тебя не угонят машину, садись. Садись, позже объясним. Сейчас. Садись. Да. Ну давайте. Объясню на месте. Давай, садись. Сначала лучше напиши. Давай. Торопимся, напиши. Ты бомжа взял, да? Все, красава, давай, бомж. Ребят, мы и такие убытки просто несем в своем бизнесе. Да, давай. И так только вот у нас получается за одну ходку мы можем оформить бомжа, два бомжа, и то в лучшем случае. И тут один бомж выбегает. А Конката, поехали. Бомжа я подбираю. Давай, второго бомжа садимся. Бери бомжа второго своего. Все. Везем. Мы набрали, тра-ла-ла. И теперь везем СФ. Смывать их. Давай, быстрее, все. Едем на всех парах. Вообще Чимс, просто смываем все вокруг. Обмываем все вокруг. 30к странно, я писал 20, он такой же 30 набивает цену. Он просто, куда ты гонишь, в ОВ же? Или в СФ? В СФ, я за тобой, братела. Сейчас, давай короче, на мосту ЛС. Только теперь их как-то завуалируй так, чтобы они встали на край, типа, вот идите сюда, типа. Сейчас сюда приедет. Ой, Илюха, тот самый Илюха. Да? Да. Легендарный Илья. Ты не туда едешь. Куда? Бомжа скинула просто с мото. Все, нормально. Бомж пока не подозревает ничего. А мой-то особенно, потому что я его в автошколу везу. А, ну я тоже. Так, можно еще, знаешь, что? Раз мы пожарно набираем машину четырехдверную бомжей. Угу. И вместе с ними въезжаем в заправку. О, да это уже какое-то 11 сентября, ребят. Так, ты там, потуда поедь. Ну да. На лесопилку. Туда же обратно, да? Да. Все, на том месте встречаемся, ребят. И вуалируй бомжа так, чтобы он встал рядом с тобой. Только когда я скажу, что я буду смывать, ты должен уйти. Окей, давай. Нажать Г у машины. А машину свою надо тебе убрать будет, потому что они смогут тоже забагаюзить, потому что один бомж умный, мне кажется. Вот такие вот дела. А, ну а так все отлично.
меня 6 фьюля. У меня 28. Ща. Короче, надо тоже машину свою утилизировать. Так сказать, убрать улики с места преступления, ребят. Ну, чё-то я тебя не вижу пока что там. Where you fucking man? Я тебя не вижу, браток, шашлычок. Нет тебя тут. Вот, а ты не туда едешь, назад, 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 назад. Все, давай. А опять? Где бомж? Бомж где? Вот, со мной бомж. А ты нахрена, нахрена? Прошу, нет. У бомжа просто милосердие. Все, тут, вот тут давай встаем. Мартин где? Он офнулся. Нет, он у меня, он со мной. А, вот, типа, все, говори. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, Леха, тут лучше место. Вон, да, типа, сосать заставляет там или еще что-нибудь. Итак, мне нужно... Итак, парни. Так, парни. Платим много. Сейчас для вида передам денег. Короче, не знаю, что сказал, ну ладно. Дойди к Максу. Работу даст. Платит 50к. Подойди к Максу. Да не надо минет. Жесть. Я как-то помню, тут в этом месте бомжа, который не подписчик, просто бомж реально не знающий, да? Отсосал. Я говорю, да никто не узнает. Серия набрала 20 тысяч просмотров. Ну что, кроха? Да не надо говорить, я пошутил. Итак, короче, работа проста. Мы автомойное агентство, типа. Ладно, я шучу. Выходи. Сейчас надо будет подождать парней. Вот-вот-вот, все, отходи сейчас, отходи. Раз, два, три, Макс, убегай, убегай! Ааа, раз бомж, раз бомж, два бомж, два бомж. Мартин остался жив, жив, жив Мартин, жив целый орел. Вот жив. Сучка, сучка, смою, смою, как-никак. Давай, ты слил его, нет? Слился, сейчас, подожди, сейчас тебе бомж, новый расчет бомжей. Нет, подожди, он в ФК ушел, он в ФК, в ФК. Как? Он типа там, ты его начал сливать, и он сразу в ФК? Да-да-да, он ждет, пока выйдет, да? Жопа, хитрожопый, молец. Ну вот, сука, я говорю умный, умный, сучка. Нет, тут бомж вообще красава, просто полетел, как орел. К автошколе поплыл. Новое выражение. Все, ну смыл, смыл, смыл. Лови, лови, лови. А, нет, он, сука, еще раз в ФК зашел. На краю на самом, на краю на самом. Да ты просто подъедь, да, и столкни его, и все. Ты мою тачку подгони туда, ну как бы столкни, и все. Нет, пока я это делаю, он из ФК выйдет и убежит. Я его просто держу и смываю. И жду, пока он выйдет из ФК. Ну же, чувак. Я сейчас попытаюсь доплыть до тебя, конечно. Ну хотя, пока что я буду плыть, еще бежать до тебя. Придет куча-туча времени, и все, бомж там уже либо уйдет с игры, либо окажется в сливном бачке. Он не выдержит, я говорю, минута-две, но он сольется отсюда. Голодные игры прям. Он, наверное, пошел на кухню, мама меня там убивает. Меня тут хотят слить. Пошел ВКонтакте, наверное, там сидеть в МДК. В любом смысле, знаешь, сливают, сливают же мочу там какую-нибудь или что-то еще. Меня сливают пацаны там просто, бац, такой падает хачак. Ну блин, не могу я... Все, смыл. Красава. Я оказался напорней. Упорный, точнее. Активнее, чё, врезаемся. Чё, мне машину твою сталкивать? Да-да-да, убирай улики, нахер. И теперь есть еще тема. Разгоняем машину на полной скорости. С бомжами. И делаем один... Автобус! Я сейчас устроюсь автобусником, значит. Бомжей, да, на ферму, ой, на шахту. На шахту собираем бомжей. Отбери меня, конечно. Ныряем в воду. У нас сегодня благотворительные цели, парни. Не думайте, что мы на НРПшники или еще какие-то плохие вещи пропагандируем, или еще что-то плохое вносим в массы. Нет, мы добрые. Мы отмываем бомжей. Что плохого в том, что мы реально занимаемся благотворительностью? Знаешь, отмываем деньги, как говорится, тут бомжей отмываем. Да-да-да. Так, вон тот парень плавает все еще там. Криминальные личинки бомжей вылезают. Бедняжка, бедный, бедный. С берега. Северный. Давай. Зас.
А, это ты, что ли, вон да. там стоишь? Ну вот, едь в сторону этого. Меня подтолкнуть надо, тут застрял немножко. Немножко? Немножко. Ну, на РП-езда кикнули. Тебя? Да. Каким чудом? Ну, на РП-езда за то, что я тут вылетел чуток. Да. Это почти ты спрыгнул с этого, что ли, или как? Я просто ехал нормально.